Сегодня нас с вами ждет бесконечная, опасная и очень трудная тропа. Мы откроем 1000 дверей, увидим 1000 монстров и будем прятаться в темноте. И самое главное, дойдем до нашего первого босса. И все это потому, что сегодня мы продолжаем играть в Roblox Pleasure. Ребят, всем огромный привет, с вами как всегда Олежа Кофе и добро пожаловать на новый видос. Ну что ж, мы не могли бросить это дело на полпути, и мы точно должны были дойти хотя бы до первого босса и узнать, как это все происходит именно в этой игре. И поверьте, мы были реально в шоке от сегодняшней серии, потому что у нас получилось. И то, что мы увидели, действительно повергло наш шок. Именно поэтому досматривайте до конца. Вам, ребята, желаю приятного просмотра и приятного аппетита. Не забудьте заранее прожать кнопку лайка и подписаться на канал, а также на мою телегу и на второй лайв-канал. Ну что ж, если все готовы, то давайте начинать. Погнали! Ну чё, парни, на этот раз мы с вами точно дойдем до конца. Я понимаю то, что я это говорю уже в третий раз, но сегодня точно уверяю вас. Не, не дойдем. Конечно, дойдем. Вы чего? Не-не-не-не-не-не-не. Сегодня точно все будет хорошо. Итак, я напоминаю то, что в прошлой серии мы поставили рекорд, по крайней мере, для нас, и мы дошли до 50. Я поставил. Андрей, ты, безусловно, мега крутой чел, реально. Вот просто перец самый реально классный, самый созревший на все грязи. Стой, подожди, а кого мы потеряли, алё? Я собирался, я лутался вначале, все. А вот что-то лутать вначале, зачем? Там деньги лежат, там деньги лежат. Боже, чел, ты что делаешь, чел? Так тут деньги реально, чел, ты чё? Понятно, нет, такими путями мы такими, не, так не дойдем точно, пацаны, никогда. Короче, в прошлой серии мы поставили рекорд, дошли до 55 этажа, уровня, кабинета, двери. Я дошел. Андрей дошел до 55 уровня, вот, но нам это, конечно, ничего все равно ты не дало. Ты сидел, сосал, смотрел. Значит, смотрите, написали в комментах, что боссы, их два. Один находится на 60 уровне, ну где-то примерно. Другой на 120. Вот, такие дела. Поэтому сегодня мы с вами должны каким-то образом добраться. И что, я должен туда пехать, что ли? Ну да, а что ты? Что, ты один, что ли? Да, Андрей, один. Ой-ой-ой, свет, 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 свет. Как так быстро-то, алло, не рановато? Подожди, или это показалось? А никто не летит. Да это просто свет мерцает локации, боже. Да, все, можем идти вперед. Погоди, ящик вижу впереди с чучелом этим, с монстром. Да, и, кстати, писали в комментах... Туда, Олег, залезай туда. А, подожди, стоп. Это дверь. Фейковая, вот восьмая. И мне кажется, к ней лучше не подходить. Короче, написали еще в комментах, то, что вот помните, типа, вот этого прошлой серии, который пугал нас по КД? Да. Который да. Вот как скримак появлялся. Андрей, бери лампу, бери. А вот это уже! У меня тут два шкафа. Я залез, все нормально. Все залезли, все спрятались? Да. Так, аккуратно. Не выходим. Ждем. Все, вроде пролетел. О, нет, меня убило. Короче, слушайте внимательно. Смотрите, вот этот скример, он не любит свет. То есть на него лучше не светить. То есть его к нему близко подходить нельзя. То есть от него нужно держаться просто подальше и все. Вот, а если посветил фонариком... Да, налево, смотри, не смотри направо, не смотри направо. Смотри только налево, налево. Налево! Тобой! Нормально, все. Все. Нормально, пошли, кайф. Все нормально. Ой, опять схемы делать. Вот, и ладно, еще. Смотрите внимательно, спидран. Написали также в комментариях, что вот это чучело, которое пролетел мимо нас только что. Так. Есть несколько вариаций, да, то есть там монстры разные. Один пролетает туда-сюда, да, то есть возвращается обратно. Один это делает три раза вообще, да. Думаю. Один вот как у нас сейчас был, он делает это один раз, то есть только вперед и все. Вот так. Подожди, пацаны, вы, ну не тупите, пожалуйста. Подожди. Стой. Вы что делаете? Объясните. Не, подожди, стой. Не так. Ну. Смотри, вот это поворачиваем, потом вот это поворачиваем. Ну. Теперь вот эту, потом вот эту. Ну. Что ты нукаешь? Ты ничего не сделал. Слышь, алё, вот, пожалуйста, все сделал, наладил. Вот, пожалуйста, молодец. Что вы делали без меня? Вы без меня бы вообще сейчас ничего не сделали, я вам дам всё правильно перегрузил. Алё, вы там стояли, крутили, ну будьте добры, ну уважение. Конечно, Артёмка. Реально, просто раз нулевой, просто нытьё начинает. Так в смысле вы на меня начали гнать? Начали. Никто не гнал. Гнали, говорит, что я глупый. 13 этаж, погнали вперед. Артём, когда я начинаю гнать, люди начинают сидеть и плакать. Не, поэтому когда, ты всегда когда, сидишь когда, и плачешь. Когда я начинаю гнать, люди слышат только ву-ву-ву-ву-ву. Ну тебя поняли? Типа звук двигателя. Андрей, хоть это, ну нормально. Ну звук двигателя я типа пытался изобразить, просто не получилось. Карточку ищите, быстро. У меня есть красная, но лучше ее не взять, лучше синюю. Вот тут же была, нет? Было видно. Нет? Где? Вот есть дверь. О, фига себе тут. Че я нашел, смотри. Че? Не знаю. О! Фига, у него фонарь какой-то, смотри, Артём. Деньги, мне плевать, я собираю деньги. Смотри, Артём, посмотри, какой у него синий. Да я понял, у него синий. Андрей, а ну-ка карту своему под... А ну,
Подсвети-ка. Чего? Подсвети-ка, на себя. На себя, на меня не надо. А ты что, рот-то открываешь? Артём, я так скажу. Андрей, свети на меня, я чист. Свети на меня, я чист. Я чист, как никогда. Пока, Лёв, вы нашли карту. Что? Слышали? Открой картой. Так, нашли карту, нет? Кто-то нашел карту, нет? Я не буду ее юзать, эту карту сюда. Синюю карту не нашли? Ну, приколисты. Нет. Вы чё, ребят? Знаешь, где-то... Вот она! Кто Боже тут пробегал? Андрей. Ну, если я тебе сколько раз говорил, лутай все, смотри. Андрей, ну так, а чё ж ты не долутал тогда, раз лутаем все-то, а? Так ты говоришь, бежим. Давай, бежим, что, бежим. Будьте остави. Добры, давайте будем дружными, пожалуйста. Конечно, нет. Аккуратно не наступайте. Вот этими спорами мы нет, ничего тоже, не выясним. Тоже сюда не наступайте, Андрей, никуда не наступайте, никуда не наступайте, просто вперед. Мы идем мирно, если мы да не поучи будем... поучи меня еще, сопля зеленая. Вести мирно, ах ты хуёва. Направо, сопля зеленая. Ой, так, ладно, хорошо. Все, не будь дураком, Андрей. Ой-ой-ой. Ищите шкафчик! А я нет, себе нашел. Два шкафа, два шкафа. Вы дебила, а я куда? Вижу. Вперед, там слева был шкафчик. Быстрее. Спели? Ну, вроде да. Я последнюю секунду залез. Все, вроде... Почему свет тут не вырубился, вопрос? А это хороший вопрос. А, реально, все, налево руля даем. Не могу, мужики, она засасывает меня. Ё-моё, меня вообще никуда ведет. Иди в жопу, ты зеленый жук. Не могу, она отсасывает у меня. Так, где еще? Ой. Так, здесь 22-й. Драк. О, здесь... красная карта есть. 22-й. Да, у нас есть две красные карты. Банк, уже, если банк, сундук отлично. Откроем. Отлично. А для кого он, для кого? Пацаны! Свет, тут три шкафа, я в самый дальний бегу. Подожди, рано, стой. Тихо. Летит, все. Летит. Полетело. Нет, еще. Подожди, а для кого флешган? Это просто как... А, возможно, кстати, этого типа, который скример. Я не буду рисковать самого. Хочешь, я дам... Слева скример! Да почему я? Да сука, я сюда... Ты сдох? Я в шкаф нет. Быстро запрыгнул. Где я? Ну почему ты слева дома? От вас скример был? Ну почему я? Я не понимаю. Погнали вперед. Так, что тут? Лутаемся. Да, Федя, что ж такое? Чмо зеленое! Чего ее так иди много? В жопу, будь добр, отстань от моих глаз. Я еще залутаться успел по пути. У меня 48 хп. Шкаф. Уверен, что летит? Да, летит. Нету, да, все, мне ГГ. А да, нафига, ну в смысле? Да, блядь, там же был шкаф, Андрей, я тебе специально уступил. Три раза пролетел туда-сюда. Возьмите, Андрей. Да, у меня там вещи остались. Боже, ну почему, Андрей, тебе Артём шкаф уступил? Я не знал, я не видел, не я слышал. Сказал, вон слева шкаф. Да почему он опять скребок этот? И сдох? Нет, 15 хп. А посмотрите, у меня там вещи выпали, забери там не, и не, мне кажется, вряд ли. Да, не, я тоже сдох, вещи. Остался один Олег. А, ты тоже? Так я же уступил шкаф, блядь. Боже. Ну это логично же. Это только 29 уровень. Ну, парни, ну вы, ну, алло, ну почему так? Так объясните. Что, я просто пошел, отдал слот. Сейчас, кстати, скажем. Если скримак на меня нападет, все, это Габелла. Так, 31-й. Ох, фига тут серверная, да прям. Да ты прикалываешься, Вась, ты куда не, я попал это вообще? Классно очень. Мы каждый есть? Раз заходим, и каждый раз как будто новые локации, не? Мне кажется, здесь реально кто-то ходит. Свет, туда-сюда, шкаф ищи. Разве? Думаешь? И? Да. Не слышно. Лежит, да точно свет моргал. Да не. Да! Вот. А, это другой черт, аккуратнее, подожди. Это вообще... Это у зеленый какой-то! Жди. А, я помню, это сейчас рок тебе засунется. Нет. Он навонял просто. Куда? Не бежать. О, вонючка. О, слева сколько денег! Олег, надо пробраться к... А, вот сюда и нужна красная карта. Ну давай, Вася, откроем этот бункер, этот склад, а ну-ка. Там очень много денег. О, да, детка, вот это нет, я понимаю. Нет, справа, так, ты подожди, что дакаешь? Еще. Сзади. Сейчас, подожди, сейчас мы все откроем. Мы сейчас все сделаем. Ох, сколько денег. И калькулятор возьми. Кулькулятор. Берем. Денег дофига, пацаны. Это по сотке, да, было? 480 у меня сейчас монет уже. Нормально. Да не, мне кажется, со скиллом уже Олег пройдет спокойно. Да кого ты, чего вообще? Тем более тебе не надо шкафы делить, ты спокойно вообще увернешься да, от всего. Да. Если скримера только не появится. Блин, страшно, если честно, дальше. Да нормально не... Ну, вот сейчас точно Габелла, сзади шкаф был. Ты что, дурак? А, ну да, жди. Ждем. Он с другой стороны. Да, прыгай! Он с другой стороны прилетел! Бам, такая значит, рыбка пролетела. Назад, скорее всего, еще сделают, нет? Нет. Да. Я не понимаю, он летит обратно или нет? Лети, вышел, не. Сфоткал просто. О, скримак! Давай, если мужчина, стреляй в него. Там два скримака, я не пойду туда! Там два скримера! Да не бойся, иди уже, господи, обойди. Вы просто. Вы видите как... это? Нет. Вниз просто, смотри. Реально, иди просто вниз и не бойся.
Завижу глаза, ничего не бойся. Тут, подожди, тут спрыгать нельзя, да? Нет. Так он у меня вот тут стоит прямо на проходе. Как я пройду мимо него? Главное, пройди просто смотри. И плюнь в него. Ну вот он здесь у меня стоит. Ну обойди его, в глаза не смотри его просто. Пройди его просто снизу. Блять, я думаю, напугаю. Тупой Олег вообще ничего не знает. Я не вижу ничего, где, куда идти. Вот сюда. Блин, парни, мне очень страшно, я один. Тут какой-то очень большой проход. Сколько там, подожди. Тихо! А ты молодец. А, идиот. Я отвел мышку, меня убило все равно. Это такой бред сейчас был. Заметьте, что мы прошли 40 дверей, ни одной аптечки не было. Ни одной, вообще ни одной. Может, мы все пропустили просто. Да как будто бы нет. Ну и два скримака этих. Ну короче, ребят, попробуем еще раз. Опять же, главная задача сегодня до босса дойти 100% надо. Ребят, скажу просто к слову, что это уже, ну я не знаю, 100-я попытка. И вот мы случайно наткнулись на такую комнату. А может, нам надо правильную карту найти? Нет, тут везде 23. Просто вы видели, что я не все пропали, да. Просто жесть. Вот это... собака. Сверху, сверху, наверх не смотри, наверх не смотри, не смотреть наверх. Глазки в пол, браток, глазки в пол. Нормально, нормально. Так, это все лутаем. Нормально, что у меня три фонаря, блядь. Ну так, все, мистер фонарь, себе ты получаешь. Я поставлю. Поставляй лицо. Сейчас будем погружаться. Давайте, бам, давай прыгаем. Опять же, мы, ребят, уже реально попробовали, ну, я не знаю, раз, ну, 10, наверное, дойти до конца. Каждый раз у нас какие-то проблемы. Каждый раз мы умираем как-то тут не тупо, хватает то не тупо. По КД. То не хватает шкафчиков, то есть, ну, вот каждый раз мы... Ну да, да, конечно, нет, под землей. Сейчас. Там шкаф... шкаф есть. Ладно, тихо, тихо, все, тихо, дайте послушать, где он. Ждем. Летит. Да, я занырнул. Я занырнул. Я тоже. Не, ну вот то, что он под водой летает, я считаю, это читерство полнейшее, реально. Ну это факт, да. Все, я выплываю. Не, ну то, что под водой нельзя плавать. Карта где-то должна быть, если что, здесь. А, тут карточку искать надо. О боже, ну это вообще жесть. Не могли нормально? Почему у нас... А вот, вот тут дверь, вот дверь. Вот нормально, дверь, что здесь керосиновая лампа под водой работает? Ну, походу, да. Слушай, ну это Roblox, как бы много вопросов тоже не задавали, ты же, а? Вот все, нашел, нашел, нашел. Все, погнали вперед. Главное, чтобы скримаки не нападали. Так, ну я не, ладно, под не буду, не, хотел накаркать, ну типа, хотел похвалить, но не, хот, не, не, надо, не хочу каркать, реально, не, надо, не хочу. Не надо, 30 уровень, держу в курсе, пацаны. Когда, вода когда-нибудь закончится? О, флешган, я украл. Мы что-то очень долго под водой с вами. Еще один флешган, Олег, возьми. Взял. Олег, ну как? Это слишком много предметов дают. И флешганы эти. Ой, я фонарик забыл выключить. Так, о! О, а что там вниз можно? Не, не, я подожди. Бы, я туда не поплыву, я, знаешь. Я не поплыву. Скример! Слепи его хуйней. Вовремя, вовремя я сфотографировал сейчас все, конечно. 34. Ну, вообще, по-моему, похуй на это. Да. Не-не, я сфотографировал момент. Наверх. 34, 35, наверх, да, наверх. Наверх. Наконец-то. Наконец-то мы выплыли, господи. Ух, все, 35 уровень, погнали. Так, вот тут шкафчики еще. Блин, жалко, тут прыгать нельзя. Вот я не понимаю, почему это сразу... Ну да. Значит, много есть, шкафов. Есть, есть. Ближайший, о, ближайший, много возьмите. Шкафов. Вот, Андрей, два шкафчика берем. Ждем. Пора. Все, пора. Это как быстро, будто быстро, бы, быстро, кстати, сложный, да. Подожди. Ждем, ждем. Нет, пожалуйста. Это какой-то жесткий лицо. Да, нет, только не это. Что здесь делать надо? Надо просто прицел к середине, Олег, и все. Очень долго. Я тогда выжил, вы просто должны очень долго держать прицел на середине. Не слышу, и давай закончим. Ты говоришь? Прицел в середину, блядь, нажми! Да долго он будет еще не он очень долго будет тебя шмонать! Терпи! Блядь, не, я не могу. Это бред какой-то, я не могу! Живите! Не можешь. Да иди в жопу, мудак! Фу! Да не, вы да, что, прикалываетесь? Да это было... Как же это кончено? Как же это долго было сейчас? Это ужас. Андрей, просто. Андрей выжил? Все да. Выжили. Я думал, ты того типа, ты сказал, все, я все. Не, я сказал, что меня убьет. Отлично, втроем. Это вообще молодцы. Забить, не каркать. Ём... Не каркать, ладно. Вот дверь, это вот дверь, вот такое? Сюда, вот сюда, вот сюда. Пошлите, пошлите, пошлите. Меня вот этот звук пугает по КД. Нет, это сейчас, это реально, это ж, ну, оно... Я обрыла сам. Что? Блять, ну что за... А, и что? А, мы не, а, мы... а, оно временно, оно временно. Как? И мы не можем пройти, так. Я не могу пройти. Ждите, ждите, оно перестает и дает. У меня 46 хп. У меня 70. Пошли. Это полный бред. Вот стоп, стоп, тут еще дырка. Была, вот здесь. А то я не вижу. Ждем. Так, я пробежал, если что. Я бежим. Еще одна дырень. Вот это дырень. У меня же была батарейка.
Да почему? В смысле? Я застоял далеко. Ну, дурачок, Олег, блядь. Так, еще один дым. Аптечку теперь надо вам искать. Еще один дым, дым. У меня есть, кстати, аптечка. А, ну все. А, смотри, Олег, что я открыл. Че там? What the fuck? Подожди, Арт. Нам туда и надо. Подожди, ну по идее... А, ну все, мы просто бежим. Чего вообще? Это что за уровень такой? Почему это нам раньше не попадалось? Я сфотографировал. Я не пугай. Я так и знал, что завадитесь, конечно, конечно. Блин, вообще бредовый какой-то уровень. Ну не, прикольный. Ну прямо выглядит прикольно, необычно. Но смысла в нем ноль. Психоделика, вы просто не понимаете, понимаете, да? Сейчас тихо, может, да, прилететь. Мы в этом ничего не понимаем. Так, здесь, здесь. Тут шкафов слишком много. Здесь. О, я вот смотри, сколько тут шкафов. Сейчас мы на две комнаты вперед идем. Да, этот мудак полетит, это я уверен. 41-й. Ага. Ну, пожалуйста, я и говорил. А. Где шкафы? Вот тут дофига их. Ну кто передо мной прямо стоит? Садись, прыгайте. Пожалуйста. Идиот, Олег, просто. Ты сдох? Ну нет, я чуть не сдох. Фух, слава богу. Слава богу. Я других шкафчиков не видел, Андрей. А ты долго тупил, у этого шкафа стоял. Дураки-то у шкафов больше, чем я не знаю чего. А он просто понял, он резко, он быстрее, чем обычно прилетел. Скример справа! Да хрен с ним, господи. Пойдемте, тут канава. Ой, канава, ну вы поняли. Ну пока это самая успешная попытка. А, это, я думаю, это каждая дверь красненькая. Пока это самая успешная попытка. Ну я в говно, у меня так, хп ну, просто. Так, ну не каркай, будь добр. Если что, я уступлю. Не просто бойтесь. Бежим. Вот здесь шкаф. Да, да, этот мудак летит. Я не успел бежать, нет. Ну нет. Подожди, как ты? У меня там штуки были. Так ты же, подожди. У тебя же там шкаф стоял. Так там сзади шкаф был, да. Скример справа. Ну, типа, я сказал, если что, я уступлю. И в итоге он побежал тогда, когда мы зашли в комнату. Я до шкафа не успел добежать, там прям метр. Нормально, Андрюша, пройди. Нет! Ты жив? Да, я жив, скример просто. Лечись. Нечем. А. Ключ-карту нашел. О, нет. У меня, если что, на мне красная еще карта была. Я взял. Бля, все, я сдох, меня напугали. Нет! Кремак был, я ну не видел его. Олег, ну давай, накаркал. Сказал, что вот самая удачная попытка. Реально накаркал. Я, вдруг ты реально нас купить сможешь? Welcome. Здорово! Don't be afraid. Так, а как вас купить? А у меня денег мало, 115 монет. Мы бесценны, нас не купим. Мне кажется, я вас... Себастьян документ, это какой-то документ, я не знаю, что это такое. Это он тебе говорит, Себастьян, за косарь. За косарь, это косарь. Я хотел закрыть документ. Батарейки для фонарика? Слева. Батарейки для фонарика 75 стоят. Блин. Аптечки нет. Аптечки 200 стоят, мне ни на что не хватает вообще. А, да, не ходите, не лутайте, бегите просто, да, вот тебе, пожалуйста. А мне интеракт. Я могу? Не, не могу. Хотя бы аптечку купил бы, захилился, а так теперь без денег. Вам. Блин, это полный тильт. Бежим. Он вот сказал карточка. Next buy item, да? 48-й. Так, Олег, карточка. Есть. Ну не Нет. Блин, парни, вот как же одному стрёмно. А ну, палец сунь, подожди, по приколу. Да, валяки. давай. 49-й. Фига там когти сзади, кстати, те же так, самые. Так, ну, смотри, 50-й раз. Ох, нет. Подожди. Не, нормально. Да. Фух. Страшно. 51-я. Нормально, отлично. До 60-го надо дойти. Ой, тут сейчас логическая загадка снова, да? Вот это вот. Ну да. Фонарик, выключим пока что время. Вот так, мне кажется, сюда. Ты ее не решишь, ну так чисто. Ну да, конечно. У меня IQ больше, чем у вас всех, понимаете? Так, а, вот как мы заговорили, так. Я выхожу. Фига, ну, нет, вот это у тебя IQ нет, много, не, у Андрея конечно. Нормально, у Андрея нормально. А, вот как мы заговорили, я понял. Андрей прям нормально, слышишь? Тупо отсос. Так как у меня примерно. Так. Ноль, значит? А, вот, да. Ебать, у тебя IQ много. Ты меня этим комментарием оскорбил. Каким? Да, Олег, ебать, у тебя IQ много, братов. Я не увидел. Подожди, стоп, я что-то затупил. Вот, да нет, у тебя же IQ много, подожди. Вот она, смотри, вот она идет вот так вот прямо. Здесь нет никак, значит, надо вот так. Здесь... Здесь никак, все, оно не соединится никак. Ну все, заканчивай тогда. Да, смотри. Реально заканчивай. Тут никак не соединится, значит точно сюда надо ее вот так вот сопроводить как-то, да? Здесь. Так. И как? Погоди, стоп, вот смотри, видишь, она здесь, ну вот, так не пойдет. Тут, ну, так мы не сделаем. Тут, если так сделать, так не пойдет. Здесь тоже, соответственно, то есть единственный вариант, это вот так вот. А, стой, вот смотри. Так, можно сделать? Нет. Подожди, я чаще тупой, что ли? Переверни на середине. Переверни. Где она? Вот эту. Вот, подожди, стой. Это идет вот так вот, это сюда. А, не, подожди, блядь. Так вот, я про это и говорю.
Может, не хватает деталей, может, одну найти надо. Не-не-не-не, подожди, стой. Блять, а вот. Это никак, вот. Пацаны, пацаны. Пошел мыслительный процесс. Так, а все, нет, это ГГ. Нет, нет. Какой, где ГГ? Там, где ГГ? Там, где ты видишь ГГ, я вижу возможность, понятно? Че ты 30 минут это делал? Какой 30 минут? Ты че, за секунду сделал? Это все, конечно, вырезано будет. Нет, это естественно, нет. Олег, ты 30 минут. Вырезать, Олег, слабо не вырезать. Реально, вот реально, слабо не вырезать. Мы там подумали немножко. Ну там, ну ладно, да, там да, ну, да. Не 30 минут. Ничего себе, 25 минут. После слов себе, того, что да, я не тупой, как минут. Вы... Сидит 30 минут, отгадывает. Детский ребус. Еще что скажете, а? Да, ох. Иди шкаф ищи, вот. Я сейчас выпаду, тихо. Если он сдохнет соло. Зарезай. Все нормально. Тут другой летит. Нет, это тоже. Не-не, другой. Другой пролетел. Блин, ну мы так тупо слились, но пережили эту хуйню. Скример! Я не смотрел на него! У тебя фонарь во все стороны, потому что. Какие глубокие энергетические способности. Аптечка! Шкаф, сверху. И зелье. Нет! Ну блядь, нет! Дурак! Ну нет! Какой ты дурак, Али. Ну парни, там нет меня, это заведу. А тебя внимательно. Там сверху посветили. Этот чел летит, и я просто, ну... Ну почему? Олегу просто, Олегу с прыжка надо лбом ебануть хорошенько в голову. Ааа, это кошмар, это просто ужас, реально. Ну короче, ребят, ситуация следующая. Значит, смотрите, мы с Артемом пытались вдвоем пройти до конца. Вот, как вы думаете, чем история-то закончилась? Конечно же, я остался один. А, мне тут ключ-карту нахер. Не, ну я в свое оправдание скажу такую тему. То, что спустя несколько дней вот мы зашли, и получилось так, то, что автор, ну по факту, легенда. Он докидывает офигеть сколько новых локаций. Просто новых кучу вот уровней. Этих монстров. Новый мимо монстр, нас. Новый. Ну, тут все как будто бы новые, я не опять ему ноду. Что такое-то? Там 100% будут мобы, я не клянусь. Дай бог, скримаки эти будут сейчас. Ну просто не дай бог. О, короче, карта. Наша. Ну, что это? Нет. Вон сверху. А, это папка, нет. Извиняюсь. Короче, наша задача так или иначе остается прежней. О, две аптечки. Идем налево. Все, мы должны дойти до первого босса, потому что сколько раз мы не пытались этого. А, это магаз. О, типок, ну, кстати, да. А, не, у меня не так много денег. Я не прям много денег подбирал. А вот тут ключ-карта нужна. Так, ну ладно, на всякий случай запомню то, что там... Но мне все равно сюда идти, да? Погоди, а вот тут у него магазин. Мне ключ-карта нужна. Hey, да не, все, давай, пока. А он тебя же не выпустит. А, в смысле? Помнишь, в прошлый раз он тебя не выпускал? Может, пофиксили, я не знаю. Возможно. Включаем фонарик. Когда будет свет, идем вперед. Почему нельзя у него воровать? Ой, опять интересно. Две двери, подожди. Вот тут, знаешь, надеюсь, будет... Знаешь, карточка фиолетовая. Ну, а не, она 100% должна быть. Что это дебилизм, если ее не сунул. Почему каждая комната, куда бы я ни зашел, везде... Вот она. Вам зовут Али. Просто абсолютно каждая комната, куда бы я ни зашел, везде, блин, темно. Чего нельзя просто электричество экономить и просто свет включать и все? Ну, наоборот, все. Ну, не датчики экономить. Поставить, короче, я понял. Ну, что-то типа того, наверное, да. Так, 53-я уже, смотри. У нас рекорд сколько? У нас примерно... 55. Ох, ты же где? Нет. А, это 55-е, это начинается этот. Позже, мы забыли про эту тему. 10 секунд, Олег, тебе надо держаться. 8, тяжело, 7, тяжело, 6, тяжело, 5, тяжело, 4, тяжело, 3, тяжело, 2, тяжело, 1. Очень тяжело. Все, по идее, да, все, выбегай. Ема! Офигеть. А, это всего лишь такой легкий босс? Ну, нет, подожди, ты уверен, что это первый босс? Писали про 60 этаж вообще? Нет, писали же про 50 какой-то. 63! Это, получается, нет, подожди, по твоей нормально? Штуке? Смотри, ну, это чисто засейвится, нормально. Ну, как там этот монстр сидит? Открылась, забугалась, прикинь на секунду. Так, все здесь есть. Так, только аккуратно. А, это детскую загадку, Олег, направо, иди решай, ну, давай. Почему я? Почему я все должен это делать? Почему я? Меня, блин, напрягает только то, что у меня... Осталось очень мало электричества в этом. Ой, у меня осталось очень мало масла фонарей и в этом. И, ну, короче, светильника вообще почти нету. Короче, сейчас быстренько решим и пройдем дальше. Все, ребят, загадку решили? Ну, пожалуйста, включите свет, я вас очень сильно прошу. Ну, просто... Это вода ушла, это надеюсь, тип... да? А... Не, это вода, 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 вода ушла. Как будто бы монстры какие-то, я не знаю, мне прям реально стрёмно. Ну, блин, 60 какой? 64 этаж уже. Ух, блин! Что? Это турель. Ух ты! Охренеть! Не, она типа свернулась, она раз в тайминг зажигается, как будто бы. Вон там шкафчик есть. Олег, я в тебя верю. Ты легенда, ты сможешь. Забери яйца в кулак и беги. Ну там. Почему тут еще как назло просто свет выключили? Реально, это же вообще бред полный, не? Ждем. Это усложнение, ждем, ну, логично. Ждем. Так, давай думать, куда дальше бежать. Налево же, да?
Она выключится сегодня или нет? Она не выключается. Как? Нет, она не выключится, 100%, это специально сделано. А как мне пройти тогда? Мне просто не касаться лазеров надо или что? Ну, типа того, мне кажется. Окей, Иван, давай попробуем. Бежи, 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 сюда, 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 сюда. Ой, ему это не... Это, кстати, новое, это вот эта новая ловушка. Ой, еще один фонарик, найс. Блин, ну у меня это просто единственный способ, как я могу себе подсвечивать что-то. Я больше ничего не вижу, реально. Так, здесь ничего? Здесь ничего? Блин, ну все пусто просто. Так, ладно, пошли сразу все. Ключ-карта. Ключ-карта. Чуть не попался. Блин, красный мне... нет? Нету. Что за звук? Нашел ключ-карта. Все, ключ-карта есть. Кстати, аккуратненько проходим. Быстро, 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 быстрее, быстрее! О, успел, ты видел, там прям лазер подходил ко мне. Нормально, самое главное, чтобы такой румы больше не было. Согласен, но мне кажется, они будут. Мне кажется, они... Ты понимаешь, что я сейчас таким образом до сотого этажа дойду? Нормально, так и надо. 66. О, опять эти серваки пошли. Ладно, давай просто вперед, просто посмотрим, как далеко мы сможем идти. 67. Олег, терпи, живи. Все, найс, он пролетел. Все нормально. Не возвращается. Все. Какой-то звук начался, они... Да, мне страшно. Все, просто сюда. 69, 69. Ну-ка. Не, подожди, в этой штуке нормально, там никого нет. Не, подожди. Вот сюда. Там был. Я слышал там. А, не. Я только... Не-не-не, я там слышал. 70-й этаж! Нет, ты по факту реально можешь до 150-й двери дойти, мне кажется, спокойно. Вот сюда. Не было ни одного звука! Не было ни одного звука! Ни одного звука не было! Аптеки нет? Есть, есть. Две аптечки, нормально. Вот сейчас есть... Иди плюнь еще, плюнь в него. Вот сейчас, конечно, есть звук. Все, ладно, идем дальше. Так тут реально, смотри, все, какая. 75-я! Идем вперед. 76-я. Только не говорите, что мне нужно включить будет тот генератор, который вон там позади. Мне кажется, так и будет. Не работает. Походу, реально надо включить. А ну-ка, подожди. А как? Хороший вопрос. Или, может, она просто забагалась? Не, вот здесь, здесь конкретный тупняк. Я не понимаю. Ну, вот смотри. Не, а есть... Гуглить. Такой, есть такой вариант, что, ну, просто сломалось? Ну, забагалось просто вряд следующее... ли. Мне кажется, не, мега вряд ли. Хорошо, а есть такой вариант, что нужно вернуться назад? Вот в эту... Что-то подожди, найти, вот... какой-то фьюз найти? Ну, что-то типа... А, ну, вон дверь справа есть, вон. Сейчас, подожди, давай еще вот тут. Вот, погоди, а, вот, погоди. Вот, вот здесь вот. И ну-ка и сюда, ну, может быть? Туннель. А, ну нет, ну это серверная просто. Может быть, надо просто подойти к этому генератору, чтобы он ударил током? Офт! А! Подожди, на что нажимать надо? Ну-ка, подожди, я понял, на что нажимать. Раз. Так, подожди, это на реакцию. Ну, с этим проблем у нас не бывает. Хорошо. У тебя небольшие, ты че? Не, все. Ну так бы сразу, ну вообще не было понятно реально. Я ведь подходил. Еще один. Еще одна. Мне кажется, скоро гандон появится. 100%. Все, починили. Идем дальше. Ё-моё. Ничего не вижу. Мне не нравится. Там звуки слишком огромные какие-то. Там... Ох, ебать. Там слева в окно, посмотри, там кракен летает. Не вижу. А, уже пролетел. Там оранжевая просто морда. Так, а сзади меня точно? Точно никого? Куда идти? Вот сюда, походу, да? Блин, я просто, у меня темнота кромешная, я вообще ничего не вижу. Не, ну я тоже вот от третьего лица за тобой наблюдаю, я не особо что-то вижу. Где вот сейчас я точно вообще? Уже ничего не вижу. Я не понимаю, куда вот я сейчас вообще. Вот сейчас, вот здесь, да. И что, и куда? Теперь фиолетовую карту ищи. Нет, типа, не фиолетовую. Сейчас во всем блоке. Что это? А, это босс? Что? Так я тебе про этого босса и говорил. То, что оранжевое чмо что? Какое-то. 0 из 5. Это тебе, я видимо, что что-то надо найти, не попадая нет, под этот генератор фонарь. Генератор надо починить. Генератор. 5 генераторов. Видишь, тут повсюду генераторы. Нифига и не попадайся, себе. Главное, на его на глаза оранжевые. Вот эти. На оранжевые, да. Вот один генератор вижу. Погоди. Чиним быстро, 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 быстро. Раз. Два. Три. Четыре. Все, один генератор есть. Он сюда не плывет? Все, нормально. Идем вперед дальше. Три. Ну я не хочу умирать. Идиот. Нормально, нормально. Не переживай. Все хорошо. Я слежу за этой оранжевой линией. Одна на тебя идет. Нет, нет, нормально, нормально, нормально. Все, ждем, ждем, ждем.
Настолько жестко и сразу? Нет! Это дебилизм полный. Нет! Нет! Так, нет! Да нет же! Почему? Короче, друзья, к сожалению, мы больше не сможем вернуться, мне кажется, до этого уровня. Но согласитесь, это было эпично. Я лично это думал, по факту. Не, я лично думал, что если я спрячусь в углу, то меня, ну, не заденет просто и все. А там реально прям настолько жестко задевает. Да, видимо, прям задевает. Бегать надо максимально. Если бы я был, лучше. да, я не знал просто, что это так работает. Если бы я знал заранее, то я бы все прекрасно понимал, и там 100%, но это не сложно. Ты просто кругали наматываешь, просто бегаешь еще, ну, то есть задача несложная. Но если бы я сразу знал, мы бы сразу сделали. Ну блин, самое главное, что мы дошли до нашего первого босса, и это было реально круто, это был невероятно какой-то уровень. Мне кажется, это второй был. Мне кажется, это первый, потому что, ну, там 10 секунд, это реально было несложно. Ну, короче, на этом сегодня ролик так или иначе заканчивается. Надеюсь, вам он понравился, поставили лайк и подписались на канал. Огромное вам спасибо за все, всем до скорой встречи, всем пока. Пока!